В воскресенье в загородном парке было многолюдно. В Самаре прошел День здоровья. Горожане могли обратиться за консультацией и пройти обследование у врачей самого разного профиля. Работаем на оздоровление людей. На данный момент вон там доктор смотрит ЭКГ с 4 отведениями. Лично я провожу глюкозу, холестерин. Объем легких девушек измеряют, рост, вес. Вот. Ну, собственно говоря, все, что для центра здоровья и требуется. Ну, эта идея очень хорошая. Я знаю, что по Москве, «Здоровая Москва» есть программа, поэтому Самара, когда поддерживает такие начинания, конечно, это здорово. На территории парка разместились павильоны, а также передвижные лаборатории. Люди обращались к маммологу, могли сделать рентген, проконсультироваться с окулистом и онкологом. Также желающим читали лекции о здоровье. Здесь у нас проходит анкетирование по поводу рака предстательной железы, рака легкого и толстого кишечника. Люди отвечают на вопросы, и если количество ответов «да» превышает больше определенных единиц, которые указаны в анкете, соответственно, человеку стоит задуматься о том, что необходимо обратиться к профильному специалисту. Заряд бодрости и энергии предлагалось получить на занятиях фитнесом и скандинавской ходьбе. Ходьба она много что дает. Она в первую очередь здоровье дает. И радость, и удовольствие, и настроение, и единомышленников, и друзей, и дружбы. Очень много дает. Все услуги медиков и спортивных инструкторов предоставлялись бесплатно. Кроме того, если человек заполнял паспорт здоровья, то ему вручался подарок. Светлана Тимофеева, Григорий Плешаков. События.